Здравствуйте, мои уважаемые подписчики. Вы знаете, я очень люблю платья, я очень люблю терапию из платьев, я очень люблю, чтобы было очень много платьев. Вы почему-то считаете, что я очень смелый человек. Но сегодня я вам хочу рассказать, почему же я такая смелая, почему я так люблю одевать разные платья и почему у меня есть канал. Сейчас я отвечу на вопрос, на большое количество почему, которые возникают у любого человека, который смотрит мой канал. Когда-то я была замужем, но что-то, наверное, как глупая блондинка, я не знала и не умела. Есть очень много анекдотов про что могут не уметь блондинки и жены, но мы оставим их где-то в стороне. Пусть смеются, плачут другие над анекдотами. А у нас реальная жизнь. И вот в моей реальной жизни выхода у меня не было, мне пришлось развестись. И очень долгие годы, это где-то года два, плюс двое маленьких детей, я чувствовала себя таким существом, ну что-то плинтусы, подплинтусный пол и около плинтуса. Вот как-то так. Потом начало проходить время, я пришла в себя, начала стирку, уборку, ну какие-то такие же бытовые женские вещи. И посмотрела в зеркало и подумала, а что же, собственно говоря, можно мне делать? Вот мне нельзя было вот это, вот это, вот это и вот это. Ну и кто же в этом всем был виноват, что мне нельзя было? Не только я. И я пришла к одному прекрасному, очень нужному для каждого человека выводу. Да кто мне что-то может запретить? Да никто. Что я хочу делать? Я буду делать только то, что я хочу. И я начала в интернете искать близких по духу. И вот я нашла одного близкого по духу человека, слова которого мне очень понравились, и они настолько срезонировали со мной, что сейчас, вот мне, допустим, плевать, на мне зеленое платье, в Киеве очень тепло, вокруг люди ходят в джинсах и спортивных костюмах, а я в зеленом платье сижу на лавочке, записываю вам видео, и мне очень приятно. И мне глубоко плевать на то, что кто-то что-то может сказать или подумать. Вообще, от слова совсем. Скажите, с вами такое было? И как с этим каналом? Почему у меня такое большое количество подписчиков на канале? Да просто я обычный человек, который рассказывает обычные житейские истории и делится обычными житейскими картинками и буднями. Да, не скрою, была фраза одного человека, который сказал: «А что, тебе канал слабо замутить?» Мне слабо? Ни в коей мере. Мне не слабо ни канал замутить, ни выступать на своем телевизионном канале, если бы он у меня когда-то был. Вот вопрос, почему когда-то, когда мне было очень мало лет и была возможность, я не замутила свой телевизионный канал. Кого я боялась? Каких-то иллюзий в своей голове? Вот и так каждый из нас боится чего-то, только это живет в голове. И по мере того, как растворяются ваши иллюзии в отношении себя, в отношении окружающего мира, вы становитесь все смелее и смелее. И мне помог тот квест, который я прошла, и ссылка на этот квест в описании, и там ответы, почему я такая смелая, почему у меня большое количество подписчиков, и на большое количество вопросов, которые вам нужны для раскрутки канала, для комфортного ощущения в жизни, ответы в этом квесте. Почему, почему, почему? Жми, 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 ссылка в описании, в описании, в описании. Там ответы на все вопросы. Я гарантирую, это круче порнографии.